Снимаешь, да? Привет! Прямое включение из клуба Нирвана. Мы стоим на улице и мирно, никому не мешая, пьем пиво. Покажите, женщина пьет, да. Женщина спрашивала, как шишечка. Шишечка в порядке, если кому интересно. Ваня, Ваня. Это женщина Ваня. Так получилось, что она спрашивает у меня шишечку. О, привет, Влад, иди сюда. Шишечка, как твоя шишечка? Как твоя шишечка, Влад? Расскажи. Все изумительно. Да. Я даже не болею с бодуна, что на удивление, так скажем. Довольно-таки удивительно, на самом деле. Удивительно, как все удивительно. Как все удивительно. Впрочем, ничего нового, блядь. Не каждый может смотреть завтрашний день, да. Почему футболка такая сухая и совсем не пахнет? Потому что я это не одел. Не старался. Я не старался. У меня даже волосы сухие, вот видите. Я даже не старался ни разу. Я ебаный душнарь, блядь. Я не старался. Я проебщик, да. Это просто залет вообще. У нас сегодня день трезвости. Да. Сегодня решили первый раз не пить. Единственный день в туре, когда мы не пьем. Макс, дай почитаю. Да, смотри, Данте. У нас сегодня день чтения. День чтения, вот смотрите, я такой. Изумительная книга. Очень вкусная. Давай. Я хочу почитать, что под крышкой находится. Да, Володя открыл, смотри, сам открыл, Володя. Салатик, дай стишку. В общем, написано, очень интересная, очень интересная бутылочка. Написано, тагильское... Я вот... Пиво. А, блядь, а пена-то напускала. Как девочка. Да везде. Да, вообще. И сейчас, да? И это мне говорит самая главная девочка в группе. Давай, скажи, как тебе сегодня читается? Хорошо читается. Международный день трезвости. Книга любителя. Да. А теперь, по просьбам трудящихся, как вы писали в комментариях, мы заставим Салата сказать слово «Волгала». Волгала. Сегодня, кроме того, у нас еще радость. Максим наконец-то излечился от СПИДа. С Божьей помощью, безусловно. Это важное событие. Я хочу сказать спасибо. Сука, Волгала. Ладно, все, не снимай меня. Да, на самом деле его не зовут не Максим, и это вообще не он, у нас же анонимный клуб, да? Да, анонимный. Да. Читатель. Клуб анонимный читатель. Вот Салат уже косяк купит. Да. Я умею читать. Я люблю читать. Так получилось, что он не умеет. О, блядь, анонимный еще. А это? Так получилось. Что мы все взрослые ребята, а вот этот вот мальчик... Пиздюка подобрали. Полка. Полка. Нихуя. Ой, да ладно. Нихуя. Кто? Нашу тусовку посетил басист группы «Смех». Че, ебать? А? Я вообще-то из Челябинска приехал. А, ебать? А ты кто такой-то, а? Шел нахуй. Вот и Анушку давайте тоже сегодня. Опа. Приятная опа, женщина опа. Сегодня нас накормила. Было очень вкусно. Спасибо. Ну, расскажи. А, у нас день трезвости. Расскажи что-нибудь о том, как тебе мероприятие, как ты готовилась, что тебе бодряюще, да, чтобы наши зрители увидели женщину первый раз в жизни. Только не голую давайте. Ну, это как пойдет. Не, я вас очень ждала, вы крутые. Вот, все. Мы это группа Tell Me Fairytale. Да. Я всех ждала. Всех? Не, мы тоже Fairytale ждала, только нас как бы. Да. Только нас. Особенно Максим. У него сегодня праздник. Какой? Не скажу. Тебе исполнилось 18? Не, 18 когда-нибудь исполнится. Вот его, да. Клавишник группы Агата Квисси. Что? Давайте возьмем интервью клавишника Агата Квисси.
Знаете, это клавишник Агаты группы Агата Кристи. Скажи, как себе концерт сегодня? Вот сейчас. Я на тебе, как на войне. И все, на этом закончится. Если бы Максим не барыжил марками весь тур, если бы мы не упарывались просто весь тур, если бы он не заразил всех спидом, все бы было заебись. А я вот зачел сегодня классно. Спид. Вот вроде бы молодой человек, а до сих пор не знает этот клавишник, блядь. Потому что играет, блядь, в Агате Кристи. На клавишник. Ты еще на клавишник, блядь. В свои 13 лет. Нет, блядь, да. Говорят, он еще с пальцем приторговывает. Вы на его волосы, посмотрите, у него с пальцем. Агата Кристи вообще-то сути стал. Да. Пока. Пока, спасибо. Слово тебе. Да я стесняюсь, не снимаю. Почему ты стесняешься? Басистка Дистемпера, давай. Давай, пальни. Она из Five Ds. А, из Five Ds, да. Да, давай. Сэмплин в Five Ds. Давай. Ну как тебе 5 Ds-то вообще? Нормально как бы, да? По Белоруссии не скучаете? Надо больше по Украине, наверное. По Украине, да. По Украине сала не хватает. Крым наш, сказали белорусы. Белорусы, да, сказали, все нормально, да. Привет. Стой. Это вокалист группы Психея. Вот. Психея. Это Фео. Он сегодня Блэйзрин не объявил. Фео, не у нас Фео сегодня пришел. К нам сегодня пришел Фео, давайте. Да, Фео. Сосед твой. Да. Много. Почему много? Как оно новый альбом выйдет? Блядь, ребят, он сейчас обосрется, пожалуйста. Я сам на камеру, что ты боишься? Я слышал, что Фео всегда так делает. Какой-то он сегодня неразговорчивый, абсолютно. Не то, что мы, потому что мы трезвые сегодня, да? Давайте еще раз поднимем наши книги за трезвость. И за психею. И за аматори, и за хуйню прочую. Где Игос? Типа не знаю. Надо Игос найти. Где Игос? Да. Где Игос? Сейчас Игос надо найти. Игорь, мы же найдем. День трезвости. Давайте все вместе. И мы счастливы! Трезвы! Трезвы! Отключаем!